Если вы приехали в Гвадалахару, то обязательно посетите Барранка де Облатос. Что это такое? Это природный каньон, также известный как Ла Барранка де Онтитан, вырезанный рекой Рио-Гранде де Сантьяго в Мексике в штате Халиско. Каньон расположен на северо-восточной стороне города Гвадалахара. По своей красоте и структуре он похож на Большой каньон в США и Барранка дель Кобре в штате Чихуахуа. Занимает площадь примерно в 1137 гектаров, а средняя глубина каньона составляет 600 метров. Каньон является заповедником. Увидеть каньон можно с нескольких смотровых площадок. Одну из них мы и посетили. Она расположена рядом с университетом Гвадалахары и называется «Парке Мирадор Индепенденция».